Я сейчас нахожусь в Джеукс, и здесь тоже можно сделать съемку. Единственное, что хочу сказать, что покупку онлайн у них нельзя сделать. Я могу, конечно, отложить на 2-3 дня, но здесь, видите, спорный вопрос. Я могу, например, в день вашего заказа в течение 3 дней не ехать в Outlet. Поэтому давайте так сделаем. Когда я еду в Outlet, вы знаете, что в этом Outlet есть бренд Джеукс. Обувь мужская и женская. И если вас интересует коллекция этого бренда, то я могу заходить сюда и покупать. Сайт у этого бренда есть, но на сайте нет этой коллекции. На сайте другая коллекция. Тоже, в принципе, сайты можете выбирать, если у вас есть желание. Вот. Я цены не могу сейчас вам сказать, потому что у каждой модели есть коробка. Я не знаю, какая из них коробка принадлежит каждой модели. Поэтому лучше, когда я еду в Outlet. И, соответственно, если вас интересует этот бренд, я сюда зайду и куплю. Вот здесь, например, видно, что 97,90 стоит вот эти сапожки. Разные, вот лакированные вот такие вот есть. Джеукс. 97,90 цена Outlet. Эти на меху внутри, натуральная кожа, не знаю, вот, наверное, вот эта цена 97,90, 90,90 и так далее. Вот имейте в виду, женская коллекция. Детская коллекция. $41,90. Например, я просто показала вам. Детская коллекция и мужская коллекция. Детская, мальчики, девочки. Это для детей, для мальчиков. И также есть мужская коллекция. Мужская коллекция Джеукс. Там, где нет сервиса WhatsApp и покупки онлайн, я съемку не люблю делать, потому что вы начинаете заказывать, а я не знаю, когда я поеду, будет эта модель в наличии или нет. Поэтому лучше, когда я еду в Outlet, если вас интересует этот бренд, а я всегда публикую, какие бренды есть в том Outlet, в который я собираюсь, вы можете мне сказать, и я зайду и куплю для вас. Примерно так вот цены я вам показала. Писадзайну, индитру, тунвафист, вообще. Также у Джеукс есть курточки. И женские тоже. Небольшой ассортимент, но тем не менее, вот, например, курточка. Давайте посмотрим, какая цена. 118 евро. Вот такая. Сам бренд мне нравится, Джеукс, качество мне нравится. Вот такая цена. Синенькая вот такая. Смотрите, и на сайте тоже можно выбирать. Может быть, на сайте есть тоже коллекция Outlet, но не те позиции, которые здесь. В общем, в любом случае выбирайте сами. Смотрите, не знаете ссылку, спросите меня, я вам всегда скажу, нет проблем. Такие вот замшевые. 97,90.
лишь кожа натуральная, 97,90. 97,90. Кожаная. 111,90. $90.90 $83.90 Вот такие на меху внутри полностью. Цена $111.90 $159.90 они стоили. €90.90 $111.90 Такие вот черные, коричневые, замшевые. $97.90 И темно-шоколадные. Ну, по кроссовкам я вам уже объяснила, да? Модели все разные. Цены тоже везде разные. Примерно 76, 83, 97. Вот такие вот цены. Кожа натуральная. $83.90 $76.90 $87.50 Такие черные и бежевые. Мех. $90.90 Я думаю, что вот они $83.90 Эти не могу сказать, надо спрашивать. $76.90 Бордовые $69.90 Понятно же дело, что не все размеры, но вот бордовые я вижу 40, 41, 35, 38. Это надо спрашивать, я не уверена, какая цена. Тоже нужно тоже смотреть внимательно, сколько стоит. Я так думаю, 76.90. Ну, вот так. Когда я еду в Outlet, вы можете воспользоваться этим и попросить меня, я зайду. $104.90 $104.90 вот эти вот, да? Эти я могу ошибаться, потому что вот первая модель, первая коробка, вот эта модель идет сюда, наверное, $104.90 Первый, наверное, стоит €111.90 Видите, когда я буду уже делать закуску, тогда точно уже вам скажу. Но примерно по коробкам $104.90 Вот так вижу. $111.90 Кожа натуральная. $111.90 Видите, даже эмблемка кожа. $111.90 $97.90 Что касается кроссовок, вот такие вот. $90.90